Красавцы и красавицы того двора и предчувствия волонтера. Пока бьют наш многострадальный город, бездомные животные страдают не меньше. Чтобы выжить в зимний период, им нужно есть что-то хотя бы раз в день. Старый двор, где жила волонтер Влада в детстве. Сколько себя помнит девушка, численность хвостиков там на потоке. Основная часть не ручные, как сократить их популяцию. Рождаемость хозяйка домашнего мини-приюта 9 жизней не знает. Оговаривать с местной кормилицей этот вопрос также бесполезно. Бегать за кошками там никто не будет. Женщина достаточно пожилая и бедная. Все шикарные, красивые коты и кошки, но это им не поможет выжить. Сейчас много с вирусником, но как лечить и помочь, если в руки они не даются? Что мы имеем на сегодняшний день? В поле нашего зрения попала рыжебелая малявка, и ох, беда, совсем подросточек, и она на снастях. Взрослые коты, прямо сказать, напали еще совсем на крошку. Как волонтер не пыталась, волонтер ее приманить и подойти максимально близко, и дитё не идет на контакт. Вот что делать и как быть. Она же просто не разродится и погибнет в муках, если что. Волонтера поставила себе цель в течение недели ее каким-то образом отловить, иначе случится беда. Вот волонтер чувствует, что подросточек просто погибнет таким образом. Сегодня они поели целый пакет рыбы. Чем получилось, тем и покормила девушка их. Имея своих 70, она не может пройти мимо бездомных. Она знала, что будет в тех краях, и совесть не позволила не покормить. Они сидят под подъездом кормилицы и в дождь, и в снег. Ждут, чтобы поесть, что-то поесть. Даже не досыта, а чтобы просто-напросто выжить. Кто желает помочь кормом бездомным, не стесняйтесь, связывайтесь с нами. Красотушки мы такие. Ты шикарный котяра. Ой, шикарный. Ребенок, ты заболел. Кисюся, такие все дикареныши. Зайчка, кисюлечка, иди сюда. Ты боишься? Или не боишься? Иди сюда. Ну все, вам целый пакет счастья рыбного. Давайте, налетайте. Холодные, боже мой, голодные.